попытка снять без строба, без мороза. Опять коньки, опять утро. Ну вот, лис, конечно, нет, но тем не менее, с вами, как всегда, я, да, Комсомольск. Выгоняю вчерашний алкоголь. Ну и вообще, как бы, это не прямая трансляция, поэтому вопросов нет, ответов тоже. Просто лед сегодня плохой, просто так катаюсь. Ну, народу много, не заливали, сотканули. Здесь еще терпимо, а дальше там трещины сплошные. Ну, насколько можно, вот демонстрирую. Насколько можно показать. Если кто-то жаловался на плохую картинку, скорости нет абсолютно, потому что мало того, что припорошило, так еще и трещина. До 10 вечера работает каток, поэтому вчера суббота, раскатали его зверски. Народ отдыхал, желающих было много. Ну, как говорится, российские работники не заставишь из-под палки, ни хрена не сделает. То есть вот эта лень, пофигистическое отношение к своим обязанностям, как бы, увы, это все портит сервис. Хотя задумано, конечно, классно. Ну вот, сегодня особого этого катания нет. Скачешь по трещине, попытка повернуться назад сразу. Как повезет. Повезет не попасть, так нормально. А не повезет, ну так можно навернуться. Зверушки там не бегают на берегу, бежали. Вот здесь вот леса было, ходил. Автобусы, ТЭЦ дымит. В общем, все как всегда. Кто-то меня там преследует сзади. Хоккеист начинающий. Рюкзачок с чаем. Ой. Да, сразу хочется пить. Ну, я уже так размялся, в принципе. Уже даже появился пот. Ой. Черт, все равно там металл. Ай, нельзя туда вставать. Пару глотков выпью. Алкоголь выходит вчерашний. Хотя его немного, но сами понимаете. День рождения такое редко бывает, только раз в году. Поэтому а сегодня просто чай с лимонником. Есть, конечно, шанс, что может сейчас машина приедет, попытается что-то добить. Но что-то сомневаюсь. Грустно, конечно. Кайф обломан уже слегка. Ну, такова жизнь, чёрный. А. Выхоркаться. И покатились дальше. Хоккейные посадки. Не отрывая ноги ото льда. Работаем тазобедренными хорошо. То есть такой вот чисто стиль другой уже. Не коньковый. Вот молодой человек вырулил. Разворот у борта. Да, здесь лед уже хуже даже, чем наверху. Сразу потеря скорости, потеря динамики. Все. Не то, не то. Поэтому извините меня. Дальше, наверное, продолжать не буду.
Тут вообще побито. Хорошего дня всем. У кого только утро. Часа через три закачаю этот сюжет. Ну это не фигурное катание, это так. Жалко, нет клюшки. Но Юрич еще поможет еще. Юрича и вестибулярка, и все на уровне. Ой. Да. Прикольное единение с природой, с рекой. Прям даже аура другая. Мороза тридцатку не чувствуется. Вот держу. Ну, утром было 32. Сейчас где-то 25, наверное. Ну так, ветра нет, поэтому все путем. Все, всем до свидания. Да здравствует старый новый год. 7000 какой там, 500 какой, 28-й, 8-й. Хотя он уже наступил.